Леруа Мерлен. Всем-всем привет! Я в Леруа Мерлен. Как вы думаете, что же я здесь буду делать, как всегда? Что-нибудь допокупать буду. Я так думаю, что буду покупать. Всем-всем приветик! С 8 до 22, очень замечательно, до 10 часов вечера, без выходных, перерыв на обед. Так. Приехала я за суперфосфатом, потому что мне подарили розочку, а у меня суперфосфат закончился вообще. Вообще не осталось ни одной пачечки. Вот. А я когда сажаю что-нибудь, неважно что, вот, как говорит наша Викуся, Виктория Каринина, добавляйте суперфосфат, ну не только осенью, она даже и летом советует, и земля будет супер-пуперская. Вот я и приехала за суперфосфатом. Долго я ходить не буду, потому что меня Саша уже предупредил. Смотри, время ограничено. Ну ограничено так ограничено. А! Хочу сказать и показать, у нас магазин новый открылся, нет. И мы купили аккумуляторный опрыскиватель. Классный, всего-навсего, на 5 литров. Хоть он мне говорил, возьми на 8, возьми на 8. Что я буду делать с ним на 8? Кстати, он без этого, господи, без воды. Он такой легкий, он такой классный. Красота какая. Ну, какова красота? Ой, прям горит. Телефон не передает эту красоту, прям красноту эту. Как классно, как красиво. Так, хочу посмотреть, что тут за цветы привезли. Может быть, новые какие-нибудь. Вот. Ну что ж, мои розочки все-таки ждут меня, пока я увлеклась комнатными. Так, 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 так. Что-нибудь, что-нибудь. Так, покупала красные я. Вот этот вот. Господи, боже мой. А он стал вот такой. Вот вы себе представляете? Нет. Я в шоке. Подиум. Как это из красного стал вот такой вот желтый, вот такими вот желтыми пятнышками. Я ничего не поняла, нужно почитать, конечно, вот про них. Почему они из красного превращаются в желтые, вообще ничего не поняла. Так, ну что, ничего новенького нет, такого, что меня могло бы заинтересовать. Прям на совершенно. Смотрите, фило, это не то, филодендрон, да. Значит, вот такая цена. Но до филодендронов я еще не дошла. Нет. Куда? Такая квартирка маленькая. А вот такой лист огромный. Нет, конечно. Ставить негде. И не из-за того, что еще маленькая квартирка, а просто из-за того, что им темно будет. Им везде, повсюду нужен будет свет. Так что, так. Ну, вот до этого я тоже еще не дошла. До этих цветочков. Людям нравится. Вот. Люди покупают, устанавливают себе, где у кого квартиры шикарные, огромные. Вот такой цветок можно вполне себе поставить. Так. Ну, суперфосфат я, конечно, возьму сейчас тележку, наберу его и быстро-быстро, Люда, на выход. Так, розочки, что ли, уцененные. Так, вот эти я вообще не понимаю, вот эти вот, вот эту листву и вот с такими цветочками. Ну, не понимаю, это не значит, что другим людям не нравится. О, петушки мои, любимчики. Нет, любимчики, это не значит, что я их тоже куплю. Вот этот розовый какой. Вот они как пластиковые, вот. Я вообще сомневаюсь, что это. Нет, это цветок реальный. Вот он выходит оттуда, прям из розеточки, из зеленой. Да, это цветок. Но если бы я какой-то брала, то вот этот желтый, наверное. Быстрее всего желтый. Не красный или вот уж розовый. Нет, быстрее всего желтый. Быстрее всего желтый, желтый. Вот такие. Тысяча. Антуриум. Антуриум. Вот такой вот антуриум. Маленький. Да. Так. Сансеверия. Сансеверия была у меня. Почему-то делала помрал. Я ее выкинула на лестничную площадку. Она и там изогнулась. Так, вот эти вот. Вот это кто такие? Эти вот. Нет, ну... Ой, облетело все, господи.
до нас. Так вот такие люди покупают. Вообще капуста какая-то непонятная. Так, ну все, ничего нет, поэтому банки, я уже показывала, баночки, машинки закаточные. Ну как они называются правильно, да? Ну конечно, закатывать, машинкой закатывать. А, смотрела я вот в прошлый раз вот эти вот, вот сейчас я покажу. Сейчас я достану и покажу. Филодендрон. Нет. Не-не-не. Нет, мне бы вот такие, вот тип такой, но я уже его купила. Сейчас. Алаказия, вот. Я уже ее купила, сидит у меня девочка. Я посмотрела, там она уже маленькие деточки у нее пошли расти. Так, 1400, вот такую я еще хочу себе купить. Красоточку. А, разобрали маленькие были, вот это все, что осталось. Филинопсис орхидейка. Филинопсис орхидея. Так, маленькие кактусики. Так, роза какая, вау. Как она прям такая розовая, нет, глаза видят совершенно другое. А если еще 4 глаза, так это вообще замечательно. Ой, а вот это вот какая. Да, не показывает так, как то, что видят глаза. А вот это какая, такая же, как в прошлый раз я заходила в сад, в отдел в сад, или как он там называется, я уже забыла. Так, ну что ж, пойду, наверное. Да, уценка, вот, точно. А вполне себе можно купить. Роза горшечная, кардана микс, 200. Вот, можно взять. Ух ты, какую. Это тоже, что ли, 200? Смотрите. Сейчас. Это здесь. А, здесь поддон. Просто вот так вот. Вот. Смотрите. А? Вполне себе, вполне, посмотрите. Красоточка какая. Прям мне ее жалко. Ну, некуда мне сажать. Я имею в виду, на улицу некуда. А вон, смотрите, какие. По 200 рублей всего-навсего. Вот, по 200 рублей. На следующий год она будет в 2 раза цвести. А то, что они 2 раза цветут, это факт. Вот. Крышечки. Крышечки. Так, может быть, тут еще что-нибудь появилось хорошего, новенького. Так, и удобрение мне надо. Ой, мне много чего нужно. Мне много чего нужно. Так, повесили ценники-то или нет? Или это у них просто чисто складируют они здесь, да? Удобрение Бонафорта. О, я вспомнила, что мне нужно. Аква, фирма, господи, фирму забыла. Сейчас поищем. Так, биологические всякие, вот отдельно полка сделана от вредителей, да? Ну, я так думаю, что биологические, потому что что я... А, вот, я увидела, поэтому я так думаю, что вот они все. Вот это вот индиго я слышала про него, но не пользовалась, не покупала. Так. О, микориза. Так, ну, микориза у меня есть. Я сейчас розу буду сажать, приеду. Где же оно, это удобрение, да? Конские удобрения, конские 141. Вот такое я возьму себе. Буду сажать розочку, обязательно возьму. Биогумус. Биогумус. Костная мука. Нет, орговит костная. Все. Больше я ее покупать не буду. Organic Mix, морской коктейль. Представляете? Раньше я покупала, да. Больше я его покупать не могу. Сульфат калия. Суперфосфат. Ну-ка. Удобрение суперфосфат 0,9 килограмма, 133 рубля. Можете себе представить, нет? Ой, кошмар. Так, для томатовых перцев. Для огурцовых кабачков. Вот оно все по 98 рублей. Для цветов с той стороны, с обратной стороны, тоже самое. Та же самая цена, 98 рублей. Бруниоми я тоже пользуюсь. Ну, тоже думаю, что не, это не очень дорого. Овощи, ягоды, бруниоми, картофель, морковь. Это, мне кажется, все едино. Так, а где же это? А, вот! Вот я хотела что-то смотреть. Вот.
цена. Цена вопроса. Наталья Петренко, я просто увидела рекламу, она рекламировала. Вот и. Ну, вы знаете, мне вот это не нравится. Вот это вот. А так, водорастворимое удобрение для осенних подкормок. 0,5 килограмма. Это еще и 0,5 килограмма? Нет. Все, Натали, извините. У нее я не посмотрела, сколько стоит. Так, ну здесь все, да. Вот. Минеральный огурец. Так, ладно, пойду я суперфосфат. Я с той стороны, наверное, посмотрю. Я не понимаю. А, гуманизированный. Вот почему стоят. С гуматами. А гуматы мы можем тоже. Мы хитрые. Гуматики мы можем купить отдельно. Сейчас. Вот это мне нравится. Прям я не знаю. Вот я сейчас возьму. Только это тут морковь редис, а мне нужно для роз. И вообще для других каких-либо растюшек. Так, ладно. А где гуматики? Гуматики? Ну, они где-то вот здесь, в пакетиках маленьких. Мы гуматы можем сами добавить. Так что мы тоже очень хитрые и очень наученные. Вот, ультрамаг. Хелат железа. Ультрамаг. Бор. Так, а что ты стоишь? А стоишь ты вот столько, да? Ну да. Хелат. Так, а сколько процентов? Говорят, 6% самый шикарный. Где? А, 5 грамм. А где проценты-то? Блин, то ли я слепая, то ли я дурная аквамикс. Ты где? Так, 16, 5 грамм. А где проценты? Железо, меди, цинка, марганца, кальция. А, просто общее вот это вот и все, да? Так. Гуматик. Вот, пожалуйста, гуматики. 16 рублей. И здесь... Гумат калия. То есть уже можно растворять и работать, так сказать. Так, кальций, да, вот 10%. Хелат железа 10 грамм. Ультрамат. Хелат железа. Ультрамат бор. Купила я вот этот в ампуле, но только зря купила. Потому что, а это что? А это тоже ампула, только пластиковая. Ее сразу, я так поняла, использовать нужно. А, вот это еще очень хорошее удобрение. Вот, по листу обрабатывает. У меня где-то их полным-полно. Так, ладно. Так, 200 удобрений конский навоз, удобрение куриный помет. Ну что, брать? 128, конский 210. Здесь 2 килограмма. Здесь эрговит куриный. Здесь гранулы. Я не поняла, сколько. А, 2 килограмма. 128, 210. Говорят, куриный лучше. Самый хороший куриный. Так, коровий навоз. Ну вот буду брать или конский, 2, 210, или куриный. Просто нужно за тележкой сходить, заканчивать заниматься вот этой ерундистикой, потому что это развлечение меня иногда напрягает. Я имею в виду видеосъемки. Начинает напрягать. Уже думаю, надоело, больше не буду. А потом сама сяду что-нибудь, или цену забыла, или еще что-нибудь. Вот мне нужно, вот что мне нужно. Сейчас будем брать. Суперфосфат 70. И так, сульфат аммония, это на весну я взяла в апрелевку. То есть две дачи я взяла, один мне хватит и... Сюда одного хватит. Так, азофоска, калий-магнезий. А калий-магнезию надо взять. Так, суперфосфат 70. И здесь еще где-то есть суперфосфат. Экофоска, диамофоска, фертика весна. Для хвойных. Ох, прям это, 7 литров аммиачная. Вот весна тоже. Так, фертика для роз 303. Раньше фертикой обрабатывала. Бурафоска, нитрофоска, жмых горчичный, выски с селитра, калиевые, сульфат магния. Так, а нет у того двойного. Все, пошла я за тележкой. Пошла я загружаться. Гортензии. Вот мои любимки. Вот они все по 98 рублей. Я купила уже. Уже удобривала. Растворимое удобрение. Питоний, бегоний тоже взяла. Садовых аминокислот. Ну, я не знаю, для картензий.
Вот, 98 рублей. Они все по 98. Все. На этом я, наверное, буду заканчивать. Может быть, еще в садовый центр зайду за землей. Я забыла посмотреть, сколько у меня земли дома осталось, мешочков. Все, на этом заканчиваю свое видео, такое коротенькое. Ага, еще, девочки, смотрите, кто помнит, сколько было по весне, а? Кто помнит? Вот это вещь, я вам скажу, работает прям на все 100%. Советую, тем более сейчас, пока вот оно стоит 832 рубля. Может быть, даже сейчас вы найдете его на Вальгрес или еще на других каких-нибудь площадках. Весна, лето, хертик, сады, огород. Может быть, найдете даже за 600. Вот. Пахнет оно, конечно, химозой страшно. Так что вот так вот. Ладно, все, пошла искать тележку, потому что в прошлый раз я здесь ходила. Я тележку нашла вот так вот брошенную. Спрашивала, чья тележка? Ничья. Оказалось, ничья. Вот. Мне свезло. А в этот раз мне придется шуровать за тележкой. А вот тележка. Но эту тележку нельзя вывозить на улицу. Вот. А так я потащу 10 килограмм тяжестей на себе. Понимаете? Если я возьму вот эту зеленую. Так, ну что ж, всем пока-пока. Всем спасибо девчонкам, кто общается со мной. Всем мира, всем добра. Еще хочу добавить, с девчонкой общались, и вот сейчас мы купили. Ой, я в шоке. Аккумуляторный, 5 литров, 5. Ну то, что я купила. Леонард, я же смотрела. Блин, Саша узнает, убьет меня. 2500, представляете? 2500! А можно тут сдать или нет, который Саша мне купил? Тоже, наверное, есть через плечо. Как оно называется-то? Ой, ремень через плечо. Смотрите, аккумуляторный. 3000. 3 литра. 3 литра. Всего 3000. Патриотик маленький. 3 литра. Просто прелесть. Ну, вот этот ручной 2 тоже 3000. Ай-яй-яй-яй. Ну, вот сказала Саша, давай, поедем. Сначала здесь посмотрим. Вот. 2500. 2500. Гартен. Вот так вот. Я не знаю. Он меня сейчас точно убьет. Но он меня туда привез. Год гарантии у них от магазина, где мы купили. Но там он, извините меня. Говорить ему, не говорить, я не знаю. Ну, там... Ладно, короче, девочки, смотрите, завалено все. Завалено. Ну, и есть большие. 16 литров. У нас стоит 16 литров. На даче стоит. Он мне даром не нужен. Он сам по себе пустой, тяжелый. Тут разные. Разные. Вот, смотрите. Так, это садовый, ранцевый 2300. Это не аккумуляторный, а как-то они электрические, что ли. 16 литров. От электрики, наверное, работает. Я особо не разбиралась. Ой, ё-моё. И маленький, хорошенький такой. Вот, 5 литров. Это прям то, что доктор прописал. Так что, девчонки, нужно покупать все. Сначала сюда ехать, а потом уже к частнику. Очень красивый дом, нравится мне. Небо какое голубое над ним. Тучки какие. Красота.
день через реку Нара. Только, кажется, недавно была весна, и строили этот мостик через реку Нара. Да-да-да, это наша река Нара. Вот такая вот широкая, вот такая вот глубокая. Вот. Это вот что там растет? Как они называются-то, господи, лотосы, да? Или это не лотос? Так, а что там делают? Я не пойму. А, рыбачат, ё-моё. Я думаю, что ж там делают молодые люди? Они рыбачат рыбку. Да, здесь рыбаки сидят. Но я имею в виду не только на этом мостике, а там выше, где центр. Красиво! Телефон не уронить, а то налюбуюсь я красотой. И вот такая дорожка. Вот туда сейчас. Мальчик, это не мальчик, это мужчина. Так. Я не знаю, что я там снимаю. Вот такая тропинка красивая. Да. Дерево здесь для того, чтобы скользко, наверное, не было. Или это не дерево. Или это такой какой-то материал. Нет, это чистое дерево. Представляете? Красиво. Но вот с берегами здесь нужно что-то делать. Насыпать что-то, наверное, я не знаю. И сажать такую травку, сеять. Такая мелкая-мелкая. А потом косить, конечно. Потому что заросшие берега. Ужас. Угу. Очень симпатично. Очень-очень. Очень красиво. Вон цветочки. На берегу осока. Так, видно, да? Видно, видно. Так, и вот тот мост, по которому мы сейчас поедем домой. Вот, видно мост. Я надеюсь, что видно. Да, видно. Там перила рыжие. Говорят, когда-то здесь ходили теплоходы. До шелкового комбината. Шелковый комбинат вот виден из-за рынок, да? Из-за рынка. Вот. Высокое такое здание кирпичное. Да. Могли ходить когда-то здесь теплоход? Но если ее загородить где-то речку, поднять берега высокие, то возможно, да, но теплоходы есть теплоходы. Там же у них, как это называется, я не знаю, загруженность вниз по дну, наверное, не глубокая. Вот такая красота. Уточки плавают. Там вверху уток, море. И вот такое небо голубое. Тепло сегодня, хорошо.